твой профиль ВКонтакте обновился. Здесь можно выразить себя в контенте, в обложке от нейросети. Обнови профиль и выражай себя ВКонтакте. Место встречи. Всем хай! Сегодня, короче, я буду заказывать вещи с Вайлдберриса на обзор. Недавно я делала пост, вы накидали мне огромное количество шмоток, которые смысл проверить, поэтому сейчас мы будем делать с вами заказ. Не знаю, когда все это придет, потому что тут разные товары в разные дни будут приходить, но думаю, что в одну кучу все это совместим. Хочу заказать несколько вариантов одежды и проверить. Все шмотки, которые мне накидали в телеге, они, короче, с огромным количеством отзывов, с огромным количеством заказов, и я думаю, что это должно быть что-то нормальное. Но если будет что-то ненормальное, мы все с вами знаем, что будет. Ничего, я просто буду бомбить. Ставь лайк, подписывайся на канал. Короче, схема такая: распаковываем, меряем, угадываем цену, потом узнаем, сколько на самом деле стоит вещь. 1556 рублей. А вы пишите в комментариях, соответствует ли цена качеству. Вещица номер один. My aesthetic rooms. Итак, поехали смотреть вещички. Хорошо, это похоже на свитер, это был не мой заказ. Не, ну слушай, это... Подожди, стоп. Ну, это тот самый свитер с Миссой, а это свитер как бы с Эллен. А кто это? Это не... Это Кира? Сблизи я вам отвечаю, я не понимаю, а кто это? Это Эл. А ты что-то мне говоришь, что это не Эл? Она меня была обманывала. Лучше по качеству я ожидала. Объективно, по качеству, качественно. Очень прикольная штука. Да, эта вещь абсолютно культовая. Я думаю, вы миллион раз видели такой свитер с Миссой. У меня даже у многих друзей он есть. Но с Элем это что-то новое. Давайте померим. Всем привет. Сейчас мы будем оценивать вещи Лисы. Я, кстати, Аня, хаха-детка. Сейчас будем оценивать хаха-вещи. Лиса, просим. Что за хаха-вещи? Откуда ты знала? Ты что, спойлерщица? Давайте это проверим мои экстрасенсорные способности. Да. Я вижу, чувствую. Не подглядывай. Идет розовый цвет, идет такой нежный. И юбка, да, и футболка. Ой, и время прошло! Эл, это я. Не, он очень хороший, и он по качеству. Он не пахнет. Мне кажется, я не сутерфлайс. Все, нет, он воровал, я. Немножко воняет. Да? Да. А мне не чувствуется, но у меня, правда, с обонянием проблемы. Фу, да. Да. А я вообще не чувствую. Пахнет рыбой. Реально? Да. У меня проблемы с обонянием, на самом деле, поэтому я как бы не чувствую. Нет, свитер топ, лайк ставим. Он по качеству класс, но повернись боком. Ну, когда ты в походке, у тебя так кажется, что у тебя очень большая жепа и очень большие титьки. Да. Сейчас, детка, сюда можно с тобой подставить, но ты не стремила. Хорошо. Сейчас мы с хаха-деткой будем угадывать цену вещей, так что пишите в комментариях, стоит ли вещь своих денег. Черный свитер из «Тетради смерти». По качеству он выглядит на 1003, наверное. С Рюзаки Эль великолепная, я ставлю 4000 рублей. Он стоил 1200 рублей. Что? 1200? Я думала, он 4 стоит. Почему так дешево? Но он хороший. Вещица номер 2. Продолжаем дальнейший анпакинг. Анбоксинг. Короче, распаковочка. Это похоже на платье. Платье охрененное. Оно в стиле Sailor Moon, туда же есть луна. Оно такое скорее Sailor Moon Mars. Кровое платье, честно. Не знаю по размеру, что будет, но оно какое-то большое. Оцениваем. Пока мне нравится максимально. Я вижу уже то, что мне точно нравится. Я вижу уже то, что я даже не хочу оценивать, потому что это будет потрясающе. Знаете, что там? Колготки. Колготочки. И не простые колготки, колготочки, а с Hello Kitty. Я, конечно, больше по Куроми. А вы, кстати, знали, что теперь, если ты, короче, получаешь в Wildberries какую-то хрень косячную, то даже ты не можешь это вернуть бесплатно. Ты слышала про это, да? Да, все там стоит платный зрак 100-200 рублей. Это просто жесть. И типа они сразу говорят, что даже если вам пришел брак, то это как, ну, все равно возврат стоит денег. Жесть. А что тогда людям мешает всякое говно продавать? Все равно на возврате можно тогда деньги делать. Что ты продашь за 20 рублей, а возврат 200. Ну, колготки, типа, обычные, я их понюхала, они пахнут обычными колготками, не знаю. Проверим, Hello Kitty или Куроми, что был твой выбор? А мой выбор что-то другое, но об этом в следующей серии. Хуяш! Здесь должен быть звук хлыста. Я не знаю, мне стыдно выходить, я не уверена, что я должна. Давай, давай. Слушай. Дорого, богато. Ну, как тебе посадка-то вообще-то, что надо? Я только туда и смотрю. Я не смотрю, смотри.
Блин, оно реально все вываливается. Короче, а знаешь. Можно потрогать? Да, можно. Да, оно такое большевато. Теска. Слушай, если вот так подшить, и прелести тоже на место. Да, вот только не очень понятно, как это должно располагаться, наверное, Кань. Да, вот так. Прелесть не на месте. Каролина недовольствует. Давайте оценим колготки. Я смотрю, что у всех колготки. Колготки шикарные. Настроение трогать Лису. Не завидуйте, пожалуйста. Нет, нет, нет. Я бы оценила, на самом деле, это платье, но на 2 из 10. Оно здесь все висит. Здесь просто что-то странное происходит. Нитки везде. Понимаете, здесь нитка торчит. Вот она. И что бы я должна была с ней делать? Это нитка. Грудь вообще куда-то улетела, и я не понимаю, почему она находится здесь. Это как? Каролина недовольствует. Плюс оно все висит вот так вот, размер не соответствует. Короче, я не знаю, я в ужасе. Но если бы размер был прям размер в размер, было бы неплохо. Ну, знаете, что я скажу? Типа... А, да, я тоже... Ай! Что это? На моем канале это слово встречается редко, но это брак. Не развод, а брак. Как вставить, если бы было вот так. Сейчас мы вам все подошьем. У тебя просто с груди очень плохо, очень плохо. Каролина недовольствует. Сама задумка... Прикольно. Мне так жаль, оно было такое перспективное. Я чувствую разочарование. Я как та самая выпускница, которой прислали говно платье. Она не может пойти красиво на выпускной. Только я не выпускница. Ой, ну оно так шикарно выглядит на картинке, это платье. Я бы тоже купилась. Я бы тоже его заказала, потом бы расстроилась. Обалдеть, оно шикарно. Ну, из-за картинки оно может стоить там рублей 3000. А потом человек покупает, расстраивается, так, лохи, ему цена 1000. Там нитки торчат, вообще некачественно выполнено. Дно, днище пробило это платье. 2500, наверное, стоит. Боже, оно вот так должно было выглядеть, серьезно, вот так? Нет, мне нечего сказать, кроме слов. Наверное, 1003 это платье стоит. 3-3500, моя ставка, господа. Платье стоит 2600. То есть оно стоит дешево. Ну ладно, на самом деле оно должно было стоить, ну там, рублей 200. Вот тогда это была бы валидная цена. Я эксперт в таких колготках. На Алиэкспрессе они бы стоили где-нибудь рублей 70. Возможно, на ВБ они стоят 300-400. Ну не 1000 же. Ну знаете, колготки такие профессиональные. Я бы купила их рублей за 700, и ни копейкой больше. 220 рублей. Вещица номер 3. Пошел следующий пакет, и здесь у нас уже свитер. Распаковываем. Свитер? Класс. Ну что за милота? По качеству даже лучше, чем прошлый. Вот здесь вот Wildberries, конечно, не подкачали. Он прям плотный, он не чувствуется мне теплым. Он какой-то, знаете, такой вот... Сегодня я, конечно, у мамы панк, но завтра я пойду в школу. Почему же Sailor Moon нарисованы? Нет, это не Sailor Moon, но, блин, юбка, хайп. Смотрите, короче, чтобы юбка не потеряла форму, они вот эти вот штуки зашили, смотрите. Это типа, знаешь, как пиджаки зашивают, чтобы у тебя вот эти складки не помялись. И ты когда достала юбку, у тебя новая, она же вот, она не зашита, она просто одна нитка вот так вот держит. Видишь, это, короче, офигеть, я реально такой первый раз вижу, кажется, юбка реально будет достойная. Ну что, давайте померим. Что за аутфит? Да, у меня, кстати, такие же вопросы. Там зайчики, там котики. Ну просто, да, что за кавайня? Там написано бонжур. Где бонжур? Парижанка. Скажу свое мнение, честно, мне реально нравится все. Хорошая юбка, кстати, с приколом, смотрите, какая здесь застежка. Это гениально, хоть кто-то это придумал. Круто, да? Я раньше резинкой вот так сзади завязывала. И она вот так вот, то есть она прям на молнии, на вот такой вот, зажимаешь кнопочку, и это реально очень круто выглядит. Как рельса. А шортики есть? К сожалению, здесь нет. Не могу показать. Верим. Ой, не могу показать вам. Нет, не смотри на меня. Хорошо, я отвернусь. Ваши ставки, господа, ваши идеи. Ну, хороший. Хороший. Как, ну, прошлый, как будто это один бренд. Ну, этот прям теплее. Ну, это да, видно, что теплее. Ну, так, чуть-чуть пахнет. О, Вика! Юбочка тоже классная. Смотрите, да, что происходит? Да. Не, за юбку вообще, ну, лайк просто огромный, жирный, потому что там еще и застежка. Такой милый. Я бы... Вот умеют фотографировать, я бы тоже купилась на такой свитер. Но он не выглядит так, как на фотографии. Там вот эти просветы черные. Но он милый. Глядя на фотографию, кажется, что он не вязаный, а такой, типа, как плюшевый. Но 700 рублей пусть стоит. Белый свитер Бани Бонжур. 2500. 1556 рублей. 1556 рублей, да. Юбочка. Я вообще понятия не имею, сколько стоит юбка. Пусть будет 200. Такая цена пришла мне в голову. Потому что очень качественная. Тем более, вы видели вот эти прибамбасы. Вообще. Там был галстук. Мы когда распаковывали, там не было галстука. В общем, я в ужасе, но выглядит на фотографии знатно. Но такое ощущение, как будто нас обманули на галстук. Я осуждаю тех, кто обманывает людей на галстук. Она стоила 1460 рублей. Мне юбка не понравилась. Всем понравилась, мне нет. Вещица под номером 4.
В какой-то момент я подумала, что это очередное издевательство от бензочелла в мою сторону, потому что я уже тут просто от бензочеллилась на все 100 и 100. Но нет, это портки. Ой, чтобы я это не нюхала. Такое ощущение, как будто кто-то поносил мне пахнут духами чьими-то, причем такими телесными духами. Но они реально цитрусовые. Ух ты. Понимаешь, что это реально запах цитрусов? Мне кажется, это возврат был. Бирки, кстати, нету. О, смотри, реально, бирки нет нигде. Здесь нигде нет бирки. Они реально ношенные. Давайте в карманах посмотрим, вдруг там что-то найдется. Деньги. Они 100% пахнут духами, понимаете? Но не приходит в таком аромате, в таком запахе ничего. Странно. Ну да. А она что, свою задницу, что ли, пшикала духами? Почему они пахнут духами? Может, она перед тем, как сдать, нашикала. Чтобы не воняло. Вау! Это очень клево. Что это? Это заколки с цепками? Охрененные. Вот это реально супер хайп. Тут ничего не скажешь, они просто топ. Смотрите, какие красивые. Знатно, очень знатно. Что здесь происходит? Это башка Пеннивайза, Hello Kitty, а это кто за... Это Барбоскин и пёс Барбос... Вот, это Барбоскин или кто? Ну, смотри, это Пеннивайз. Это Пеннивайз. Это Hello Kitty. А это кто, пёс Барбосик? Ну, есть же такой мультик, где Барбоскины называются. Из Каролины в стране чудес или как? Ну, классно. А что по качеству? Качественно. Хлопковый. Так, внимание, захожу сначала я, а потом уши, а не наоборот. Ну, уши шикарные. Уши, да, как будто все внимание на себя взяли, но по факту мы оцениваем с тобой вот это. Офигеть. Мне жаль. Нитки не торчат, строчка ровная. Не воняет. Не воняет, тоже плюсик. Но я все-таки нашла нитку. Ой, ты знаешь, что можно это гадать на нитке? Вот, допустим, белая, да, это вот так на пальчик наматываешь. Нет, угадай, нет, мы должны знать. Давай угадай. Я не помню точно, короче, ты наматываешь пальчик и говоришь А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М. У тебя с парнем на букву М что-то будет. Но надо посмотреть значение. Мами. Почему белая нитка? Что, реально? Нет. Так, все люди с буквой М в названии вашего имени. Пожалуйста, напишите, кто это. Я не знаю, кто ты, человек на букву М в названии твоего имени. Отзовись. Верхушки, я думаю, что очевидно, можно поставить хороший балл. Она здесь белая, но это моя пудра. А здесь, смотри, типа, это Hello Kitty, это какой-то чел-медведь, а это клоун. Да. Но рисунок тоже хорошо оформлен. Но главное у нас еще вот это. И здесь уже все не так однозначно. Так, рисунок клеенчатый. Да. После первой стирки все. Шарит за японский язык, что здесь написано, потому что я помню только букву К. Ну почти. Я даже не знаю, кстати, что это за буква, я не помню ее в японском, что за иероглиф. Я реально его не помню. Возможно, это просто стиль написания. Ты с той стороны покажи. А, вот здесь уже... у нас... О, боже, я сейчас видно, насколько плохо Куромке. Посмотри, насколько ей плохо, это ребят. Это ты, это я. Ну, кстати, да, буквально. Мило. А теперь давай сделаем вот так вот, а потом вставочку сделаем в розовом фоне сердечками. Типа просто так сделай. Короче, я не придумала, что тут вставить так, что это байт на подписку в телегу. Потом, да, скажешь, что потом цены будут. Да, потом цены. А, я возвращаюсь. Ну, с качеством, конечно, такое отстойное. Кстати, они еще интересно пахнут. Не, выветрилось. Ну, кофточка кажется, что хлопок как будто. Да? Да, а штаны его? Я не рассказала тебе. Все очень плохо. Но они были с женскими духами, когда только приехали. Они воняли женскими духами, они, видимо, были бы... Тетей пахло? Да. О. Кофточка. Она очень качественная. Я думаю, что это хлопок. Возможно, 1000. Как это называется? Скидки-целовашки? Почему это называется скидки-целовашки? Скидки-целовашки я оцениваю в 2000 рублей, но на рынке я такую вещь покупала на рынке в Турции. У меня есть аналогичная за 300 рублей. 1240. Офигеть, она такая дорогая. Штаны. Подкупает рисунок, но рисунок не очень качественно выполнен. Но они могут продавать такие штаны рублей за 600-700. Вообще цена им где-нибудь рублей 300. Брюки с Куромкой и с My Melody, ну, что-то они максимально отстой. Я бы дала им косарь, не потому что я бы дала им косарь, а потому что я думаю, что такую вещь нужно было замаскировать, какая она отстойная, и они впаяли там достаточно небюджетную цену. Осуждаю, на всякий случай осуждаю. Я их покупала за 930 рублей. Давайте вспомним январь и историю с Ясной Поляной. Я пытаюсь позвонить маме, потому что я не могу найти конфеты Ясная Поляна. Ну, типа, это странно. Странно то, что моих любимых конфет Ясная Поляна нет в Москве. Они есть только в Туле. Я реально хочу поехать за конфетами в Тулу, потому что я хочу эти конфеты, я их ела. Знать, когда они были очень вкусные. Так вот. Ну что ж, дорогие друзья, как вы понимаете, я была человеком культуры. Я захотела конфет. Я поехала ради конфет в Тулу. Вот не иронично, вот так это было. Я купила друзьям конфеты, тульский пряник, ну, как бы, конфет, все как должно быть. Иди сюда, будем тестировать конфеты. Так, вот она, легендарная конфета. Ясная Поляна. По вкусу, ну, как бы вкусно.
Короче, убери конфету, я... Бери конфеты. Мне так кринжово, я реально поперлась стул. Так говорила, что эти конфеты, что у меня ним очень завышенные ожидания. Они тебе не понравятся, потому что они кислые. Я поняла, почему я захотела эти конфеты, потому что они нифига не сладкие. Со вкусом они глинтвейны, короче. Формально написано, что это смородина, но по факту вот эта вот штучка мягкая, она со вкусом глинтвейна. Ладно, сейчас будет здрав. Она пахнет... Да. Я говорю, мне нравится. Это было прикольнее, чем я думала. Я думала, это будет теперь птичье молоко, вот прям сладко. Но мне нравится такой формат. Оно типа не сладкое, в этом ее прикольность. Да, ну типа буквально тут шоколад сладкий и все. Тульские конфеты приятно удивили. Осталось екатеринбургский майонез знаменитый взять. Интересно, можно же делать желе из майонеза? Ну, это звучит как идея для видео. Я когда ехала в Тулу, села на поезд, и это был просто кринж, я рассказывала об этом в Телеграме, поэтому... Подпишитесь на мой Телеграм, потому что там я рассказываю больше, чем здесь, ибо здесь много рассказывать нельзя. Еду на поезде. Знаешь, кто-то разговаривает по громкой связи, и я слышу весь разговор на протяжении 40 минут. Этот разговор не является каким-то неотлагательным, просто по громкой связи кто-то разговаривает на весь вагон, типа серии, а что ты покушал? Ой, а что делаешь? Ой, да я еду в поезде. Вот это вот все, это ужасно уныло. Кто-то слушал на громкой связи песни исполнителя Дора. Я вообще не понимаю. Типа наушники хумы для вас. Ну ему нельзя пользоваться наушниками. Почему весь вагон должен слушать исполнителя Дора? Обожаю Дора, если я лично знакома, она как бы вот девчонка. Но типа, это было странно. Потом, видимо, кто-то начал играть в то, что кто круче, Дора или Моргенштерна, включили Моргенштерна. Причем важный факт, ехали не школьники, там были взрослые люди. Реально там не было молодых. Потом где-то сбоку кто-то смотрел шорцы. И я такая, господи, поставили что ли видео Лисы Абуми на всю катушку, потому что тут уже нечего терять. Я мой поезд и доехал до Тулы, а я вышла в кринже. Вещицы там какие-то, не знаю, гав. Так, кто в комментариях в Телеграме посоветовал мне заказать бандаж? Я знаю, что ты, мистер бандажник, сидишь в моем телеграме. Ну, мне просто интересно понять, кто этот человек. Не, ну слушайте. Ах, нет, как будто бы меня только что, да, то самое. Что то самое? Ну, вот то самое, ну, понюхай сама. Я не могу такие вещи говорить на ютубе, не все, возможно, говорят на ютубе. Ладно. А, бензин, да, тебе напоминает? Ну, так, боже, здесь какая-то крахмальная жидкость какая-то. Короче, оцениваем пояс. Честно, очень крутой. Если бы не запашок, но в целом это вещь как бы из этой же категории, поэтому nice. Ставлю этому лайк, а предварительно 10 из 10 получает пояс. Знаете, мне все страшнее и страшнее распаковывать вот этот вот проклятый пакет. Так, ну я вижу что-то из мира как будто бы культуры. Так, я вижу что-то с Сяо. Нацеливаемся, наши чакры, дзэм, ом, воронка матки, так, чтобы все было класс. Пока что символ Сяо. А, так я теперь поняла, в чем ты вдохновилась, когда волосы красила. Это было не Дэйко, это был Сяо. Что ты мне врешь? Это было не Сяо, это была моя любимая тиктокерша. Это кто? Офигенная хрень. Просто шикарная. Я думаю, где я могла это видеть. У меня такое ощущение, как будто где-то я это видела. Это когда мы с тобой на геншин мероприятия ходили. Там девчонки, помнишь, подходили? И ты спросила, что за кимоно у них. И это оно было. Блин, да, она классная. Я тебе отвечаю, она реально клевая. Нет, кимоно просто вообще от бога. Мне оно нравится. Я ставлю ему максимально уважаемый лайк. А да, дали две наклейки. Жун Ли и Свантей. Что-то, что крайне странно упаковано. Я вскрыла его своим способом. А мы точно такую же вещь в барахолке не продавали? В любом случае, топ-класс. Ну, типа, он максимально уважаемый. Я не знаю, я продавала его в барахолке или нет, просто что-то очень похожее было. Надо проверить. Мне теперь самой интересно. Просим! Просим! Ра-та-та-та-та-та-та! Так, стоп! У нас сейчас будет с вами настроение стриптизное. Тут огромное количество несочетаемых с собой одежды, и придется ее постепенно снимать. Она заговорила томным голосом, опять она давит этот голос из тебя. Ты с диваном сочетаешься. Мне очень нравится диван. Да, мне очень нравится этот диван. Давайте начнем с этого. Расстегивать тебя, что ли? Нет. Это что за намек просто? Ой, у тебя прям идеально по фигуре, смотри. А тебе здесь не давит? Ну, норм. Ставлю пояс в максимальный балл. Он мне реально понравился. Сначала в пакете я думала, что он отстой, но сейчас я думаю, что он реально очень классный. И диван, правда, хорошо сел мне по фигуре. Конечно, его вот в этом сочетании одежды лучше бы не носить. Хотя, знаете, можно и носить. Вот, короче, пояс у меня получает максимальный лайк. Поезд. Поезд. Сделайте плиз, Эдит, типа я превращаюсь в тигра. Это рубашка. Кимоно. По качеству, конечно, не сказала бы, что оно супер. Ой, что за бумага? Кажется, что вот так сделаю, порвется, знаете, как листок. 4. Попробуй. Давай.
Тест прошел. Мне очень нравится дизайн. И вот если бы это было бы реально еще очень хорошего качества, я бы за этой вещи просто не вылезала, потому что очень хочется иметь какую-то вещь, которая была бы не просто косплейная шмотка, а которая именно в стиле персонажа. Я прям мечтаю об этом. Но качество, конечно, такое, ну, только дома ходить. Если бы ткань была такая более летящая, было бы офигенно. Еще мне не нравится, что внутри белая. Ну, это прям, по-моему, просто очень плохо. Чье-то лицо. Так, и последняя вещь в нашем списке — это этот потрясающий топ. Для начала ты должна знать, что такой топ у меня уже был. Да, но я все равно не помню. Да, отлично. Я смотрю каждое ее видео. Что-то кажется, что что-то не так с ним. Вот чуть-чуть торчит там топ. Чуть-чуть торчит. Не подглядывайте. Короче, топ похож на рыболовную сетку. Вот прям потрогай его. Да. Если бы вот так было, чуть-чуть. Ну да, да, вот если бы вот так вот было бы, чуть-чуть было бы, конечно, лучше. Здесь торчит. Да, кстати, вот здесь оно очень странно набирается, и грудь тоже как будто бы находится не в своем месте. Но ни при каких обстоятельствах у женщины грудь не должна находиться вот на этом месте. Это вообще без шанса. Почему? Понятно, я не понимаю. Но цвет прикольный. Да, цвет, дизайн прикольный. Мой любимый пояс. Сколько может стоить пояс? Там же не настоящая кожа. Пусть будет 150. Пояс-корсет. Размер от 42 до 48. Тренд сезона. Глядя на эту картинку, можно сделать определенные выводы. Выводы в том, что это какой-то цивильный магазин, а там обычно дорого бывает. Я думаю, они положили за него 1002. Корсет стоил 470 рублей. Я, кстати, думала, что он тебе вообще не подойдет, потому что тут стоит от 42 до 48 размера. Мне кажется, на 48 размер он не сел бы. Не сел бы точно вообще никак. О, это... Геншин. Я не заметила, что я позер. Знаешь, почему-то кажется, что это дорого стоит. Но качество очень плохое. Ну, на Алике этому цена точно на рублей 200. Ну, пусть будет 999. Хаори, персонаж по имени Чао. Читаем описание. Яркий принт, отличный подарок, универсальный Клой, качество 100%. Ну, с этим я бы, конечно, поспорила. Для фанатов Геншин на День Святого Валентина идеальный подарок. С этим бы я тоже поспорила. Ну, на самом деле, вещи этой цена красная рублей 200. Но что-то сомневаюсь, что кто-то бы это продавал рублей за 200. В принципе, я даже думаю, что они это и за 2000 не продают. Скорее всего... А можно помощь зала, пожалуйста? 3500! Кстати, знаете что? Я ее купила за 728 рублей. Сейчас она стоит 990, кто-то был близок. Топик? Я думаю, он где-то 400. Он очень хорошо выполнен, но вообще непонятно, на кого его шили, потому что здесь все так сдувается. Его нужно еще перешивать 100 раз. Женский топ-корсет. Роскошный. Стильный. Размер 42-48, а еще сфотошопленный. Блин, у нее реально, если посмотреть на промо-картинку, они скрыли, они обманщики, они всех обманули. Значит, на своей картинке рассказываю, они вот все девушки-то талию вот так вот делали чмоньк, чпоньк, теребоньк. И причем настолько халтурно это сделали вонючим ликвифаем, что у нее аж стена поплыла. Я такой оголимый фотошоп не видела миллион лет. Зачем так делать? И типа, оп, у нее грудь как бы вот здесь вот находится, вот прям вот тут. Оп, у нее талия как-то хорошо легла. Короче, за обман ставлю им... 700 рублей. Вот этого топа у него типа размер SML1. Да. Но он явно на L не сядет. Он на мой XS сел, в принципе, впритык. Ладно, это было очень странно. 184 рубля. Такое видео у нас получилось. Обязательно ставьте ваши лайки, лойсики. Всем пока. Подписывайтесь на Хохотетку и на меня. А продолжение будет в следующем видео. Мы пошли снимать тиктоки. Да.